Сотрудники Одесского управления по борьбе с организованной преступностью с поличным взяли членов оргруппы, которые, пользуясь своим служебным положением, за деньги принимали экзамены у моряков и выдавали протоколы, подтверждающие факт повышения уровня квалификации. В группу входили трое чиновников Одесского регионального филиала Государственной инспекции по подготовке и дипломированию моряков и двое представителей частных предприятий, которые и выполняли роли посредников. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий на горячем во время получения второй части взятки в размере $300 был задержан посредник. В дальнейшем к нему присоединилось еще четверо фигурантов. Как установили сотрудники УБОПа, в данной преступной группе обязанности были четко прописаны. Одни искали желающих повысить свой профессиональный уровень, чтобы быстрее уйти в море, другие выписывали документы, третьи их выдавали. Фигуранты задержаны с поличным по четырем эпизодам преступной деятельности. В рамках уголовного производства и в соответствии с новым уголовно-процессуальным кодексом были применены негласные следственно-розыскные мероприятия, результатом которых стало документирование четырех фактов на общую сумму около $4,500. В рамках открытого уголовного производства сотрудники милиции провели обыски в рабочих кабинетах и по местам жительства подозреваемых. В результате обнаружили и изъяли наличности на общую сумму более $97,000 и почти $45,000, документы моряков и разнообразные черновые записи. В настоящее время проводятся проверки и принимаются меры по выявлению других фактов получения фигурантами взяток от жителей города Одессы и области. Сотрудники УБОПа просят одесситов, которые пострадали от действий вышеуказанных лиц, обратиться в дежурную часть регионального управления по борьбе с организованной преступностью по адресу улица Осипова, 23. Накануне ночью в Ильичевске работники милиции обезвредили вооруженного молодого человека, который открыл стрельбу прямо посреди улицы. Правоохранители совершали обход развлекательных заведений, когда перед ними из иномарки выпрыгнул молодой человек и открыл стрельбу. Сотрудники милиции быстро среагировали, опасный злоумышленник был задержан. С места происшествия изъяты пистолет «Зараки» и патроны. Оружие направлено на экспертизу. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и оказывал сопротивление, пока на него не надели наручники. Стрелком оказался 22-летний местный житель. Установлено, что на момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дальнейшую судьбу задержанного решит суд. Скандал вокруг межрейсовой базы моряков набирает обороты. Во вторник утром на территории базы отдыха некогда знаменитого на весь мир черноморского морского пароходства было жарко. Неравнодушные одесситы, ветераны ЧМП и общественники провели акцию протеста и препятствовали строительным работам по возведению церковно-приходской школы, которые ведутся под эгидой народного депутата Украины Сергея Кивалова. Во вторник утром стройка по возведению церковно-приходской школы на территории межрейсовой базы моряков была приостановлена. Возмущенные одесситы, ветераны ЧМП и общественники провели акцию против захвата территории бывшей лечебницы моряков. Люди поставили агитационную палатку перед воротами стройплощадки и перекрыли въезд машинам с цементом и другими строительными материалами на ее территорию. Ребят, давайте мы вам поможем сдвинуть палатку до 2 метра. Вам спасибо. Будет, а? Спасибо. Можно? Нет, пацанам нельзя помогать, они у них ноги. Да я же говорю, у них больные ноги, я со своими ребятами. Нельзя. Ну почему? Дислокация. С самого раннего утра, благодаря нашим усилиям, техника не была, проезд техники был запрещен. Мы заблокировали входную часть в знак протеста, так как строительство ведется незаконное. Часть рабочих покинула стройку из-за того, что не был завезен бетон. Бетон, который машины просто разворачивались. Таким образом, рассказывают одесситы, они выражают свой протест и против действий нардепа Сергея Кивалова, под эгидой которого и ведется стройка. Без единого согласования с земельными документами, без единого согласования строительной документации было начато строительство. На словах, в средствах массовой информации идут заявления о том, что это будет церковно-приходская школа. Но пока государственная инспекция строительного контроля не даст подтверждения о том, что здесь это действительно будет церковная школа, мы этим словам не верим. Поддержать акцию протеста пришли ветераны ЧМП, которые пытаются сохранить остатки социальной базы пароходства.
Здесь был шикарный лечебный корпус. Здесь проходили все процедуры. И грязи были, и азикурит даже был с Западной Украины, с Трусковца. В общем, все было здесь. А его разрушили, его нет. А сейчас завуалировано и подстраиваются под Господа Бога, под искалеченных детей, что для них сделают церковно-приходскую школу. Вот, что только для них, для молодого поколения. Простите, а куда же нас девать? Незаконную стройку остановите! Вы идете без документов! Почему вы допускаете нарушение закона? Почему вы нарушаете нарушение закона? Почему? Почему вы строите без документов? Я с 40-летним стажем. Вы захватили нашу базу. Ваша база нет уже ровно 30 лет. Вот она остается. Нет, она не остается. И будет она ею. Не будет, к сожалению. Будет. Но ее уже нету. Что может быть, если ее нет? Будет она. А это хапуга ваш Кивалов. Номер один. Ну это, понимаете, это ваше личное мнение. Это мнение не только мое. Вот вы сейчас услышите люди, которые подъедут. Моряки, ветераны. Да, да. Мы категорически против. Участники митинга обороняли въезд на стройплощадку практически целый день. На этом, говорят они, не остановятся. Общественники и дальше будут отстаивать права моряков, ветеранов ЧМП и всех одесситов на свободный доступ к еще действующим корпусам санатория и свободное использование парковой зоны бывшей базы. Как вы видите, бетон и другие стройматериалы на стройку не попали. Это будет также продолжаться день в день. Стройки здесь незаконной не будет. Неблагополучные семьи. Именно из них, как правило, выходят проблемные подростки. Выросшие в трудных социальных условиях, эти дети зачастую в будущем становятся беспризорниками, малолетними преступниками или начинают вести образ жизни, подобный своим родителям, увлекаться алкоголем и наркотиками. Эти и не только проблемы обсуждались на межведомственном совещании в прокуратуре Киевского района. Здесь специалисты в области защиты прав и свобод детей говорили о самых острых проблемах в этой сфере. Как было заявлено на совещании, сотрудниками прокуратуры Киевского района ведется активная работа по выявлению и устранению фактов нарушения прав и защиты свобод детей. И это не только работа с неблагополучными подростками, но и другие многочисленные проблемы в этой сфере. У нас есть целый ряд других проблем, еще связанных с защитой прав детей. Это и вопросы, связанные с их трудоустройством, жилищные права, имущественные права, вопросы опеки и попечительства и так далее. Все это очень большой пласт проблем, который на сегодняшний день, к сожалению, еще очень далек от своего реального разрешения. Над этим всем мы должны работать, помня свою ответственность именно за то направление работы, которое, ну, наверное, сложно найти более важное направление работы, чем защита прав и свобод детей. Дети, вышедшие из неблагополучных семей, имеют, как правило, серьезные психологические проблемы и нуждаются в участии специалистов. Очень много детей попадают к нам в результате того, что они оказались в условиях, скажем так, в тяжелых жизненных условиях и проживали в неблагополучных семьях, вследствие чего имеют заболевания, обусловленные асоциальным образом жизни, и в том числе психиатрические диагнозы. Одна из проблем, затронутых на совещании, – ненадлежащее состояние детских оздоровительных учреждений, а также нелегальный переход их в частные руки. Я приводил пример по детской оздоровительной базе «Мрия». Мы подаем иски в данном направлении, чтобы отменить данные договора и вернуть, как бы, потому что передача в залог детских лагерей – это незаконно. Законом прямо предусмотрен запрет на данные договора. Проблем, говорят сотрудники прокуратуры, много. Но благодаря проведению подобных мероприятий их можно оперативно выявить и решить. Ильичевским судоремонтникам выплачено 300 тысяч гривен задолженности по зарплате. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, по результатам рассмотрения представления ильичевского прокурора по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере, обществом с ограниченной ответственностью Ильичевский СРЗ погашена задолженность по выплате заработной платы перед работниками. Кроме того, в июле работники украинского Дунайского пароходства получили свыше 1 000 000 гривен. Эта задолженность была погашена в результате уголовного
уголовного производства, возбужденного в конце прошлого года Дунайской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. Что надо делать, чтобы летнее купание в море не обернулось трагедией? Для чего нужен спасательный жилет? Как пользоваться спасательным кругом и оказывать первую помощь тонущему человеку? Ответы на эти вопросы узнали подопечные детского центра «Молодая гвардия», для которых сотрудники Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям прямо на пляже провели открытый урок. Летний сезон в самом разгаре, и тысячи одесситов и гостей города ежедневно спешат на пляж, чтобы окунуться в воду. Однако, по мнению специалистов, немногие при этом знают о правилах поведения на воде, либо игнорируют эти самые правила, подвергая опасности свою жизнь и жизни близких. Проводим такое мероприятие с целью предупреждения несчастных случаев на воде. Мы хотим разъяснить, напомнить детям правила безопасного поведения на воде, потому что помимо всего прекрасного, море таит в себе множество опасностей. Открытый урок по правилам безопасного поведения на воде проходил в легкой игровой форме. В своеобразной викторине мальчишки и девчонки определяли, чего ни в коем случае нельзя совершать при морском купании. Что нельзя делать на воде? Топить друг друга нельзя. Нельзя нырять без разрешения взрослых, потому что может быть там камни и можно потом удариться. Нельзя купаться без присмотра взрослых, родителей. Нельзя играться на воде, можно захлебнуться. Данил и его друг Андрей в Одессу приехали из Киева. В столице нет моря, но плавать, рассказывают ребята, они учились в Днепре. Вместе с тем, юные пловцы отлично знают, как вести себя на море. Надо вести себя спокойно. Если уже что-то даже будет с тобой, то не нервничать, угомониться, расслабиться, чтобы вода тебя держала как-нибудь, а потом уже или тебя кто-то спасет, или выплыти самому. Ну, на воде не нужно сильно кричать. Ну, вдруг ты там какая-то паника, нельзя это сильно показывать, надо успокоиться. Нельзя нырять без разрешения взрослых. Там, если вы вдвоем, нельзя там сильно играться, запрыгать друг друга, топить. Это очень опасно, можно захлебнуться. Дети есть дети. Есть дети послушные, есть дети, которым все интересно, как бы дети-почемучки. Николай Богдан работает педагогом-организатором. Парень уверен, нынешний открытый урок будет исключительно полезен детям и лишний раз напомнит о том, что к морю нельзя относиться пренебрежительно. Я считаю, что мероприятие, которое было проведено сегодня, они должны проводиться не только вот в лагерях, в школах, где есть детей, должны вывозить на моря, на реки, где-то на какие-то озера, чтобы это можно было показывать, чтобы дети понимали, что не нужно заплывать на глубину, что не нужно, вот если он увидел, что там, например, красиво там, или там он видит, что там коса дальше, вот, например, вот у нас здесь есть коса дальше, вот у нас сейчас глубина, дальше идет коса, и вот много детей видят, что вот, там дяденька, да, ходит у него вот так, там по пояс. И они тоже хотят туда, им интересно. Правильно сделали, что приехали, вот дети увидели. Они теперь уже что-то у них останется. Кроме игры викторины, в ходе открытого урока сотрудники ГСЧС также демонстрировали ребятам, для чего нужен спасательный жилет и как пользоваться спасательным кругом. Учили, как правильно бросать тонущему человеку специальное снаряжение. Однако больше всего воспитанникам молодежного центра понравился мини-спектакль о спасении утопающего. Снимают воду! Из верхних дыхательных путей. Все. Давай. Через колено. Подняли. Переверни. Перевернули. На колено. Через колено снимаем воду из верхних дыхательных путей. Только с начала этого года на водоемах области погибло более 40 человек. Подобные мероприятия, убеждены спасатели, помогут исправить негативную статистику. Ведь львиная доля трагических происшествий случается из-за банального незнания либо игнорирования элементарных правил поведения на воде. К слову, перечень правил безопасности не так уж и велик. Быть предельно внимательными на воде, соблюдать правила поведения на воде – это не заплывать за буйки, не прыгать с гидротехнических сооружений, не плавать на надувных предметах. А также воздержаться от употребления спиртных напитков и ни на минуту не оставлять детей без присмотра. Ведь только с начала купального сезона на морском побережье Одессы утонуло двое детей. Последнее происшествие случилось 26 июня, когда на пляже Аркадия погибла 4-летняя девочка. Там родители буквально оставили малышку на 20 минут. И эти 20 минут оказались роковыми как для малышки и для ее родителей.
родителей. Мы просим, призываем просто не оставлять детей без присмотра ни на минуту, ни на секунду. Просим. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Это затертое до дыр высказывание, подчеркивают спасатели, должно быть главным девизом для каждого, кто стремится, чтобы от морского отдыха остались только самые лучшие впечатления. Новый рынок преображается. Обновленный интерьер, современное холодильное оборудование и прилавки. Именно таким будет мясомолочный корпус после окончания ремонта. Оценить произошедшие изменения уже успели наши корреспонденты. Мясомолочному корпусу нового рынка уже больше 100 лет, но здание и сегодня выглядит как новенькое. Красивые фасады, отремонтированная крыша, новые окна и двери. Теперь здесь вовсю идут работы по внутренней отделке помещения. Часть работы здесь сделана. На мой взгляд, это примерно процентов 20. Потолки, стены, окна поменяли. И рассчитываем, что перепады температур зима-лето будут меньше, чем были прежде. А это уже отремонтированная часть корпуса. Покупатели ходят теперь по современному полимерному покрытию, которое моют специальные машины. Вместо уничтоженной временем фрески на стенах вскоре появятся новые панно. Изменились также и рабочие места продавцов. Они стали просторнее. Мы выбрали оптимальный размер прилавков, положили мрамор, как вы видите, вот он. Мрамор положили, потому что здесь был старый мрамор, но он уже от времени получился, даже стал шершавым, впитал в себя все эти продукты, которые на нем обрабатывались. Наличие горячей и холодной воды, а также мест для сушки инвентаря, новое холодильное оборудование и даже тележка для покупателей. Продавцы не нарадуются новшествам. Мы сейчас как в раю. Чистенько все везде, аккуратненько, везде мрамор, листы электронные. Это прям как в супермаркете каком-то дорогом. Ну, конечно, довольны. Все чисто, красиво, аккуратно. Хорошие условия. Нормально все, мы довольны. Сейчас, конечно, получше. Чище, даже воздух свежее. Конечно, лучше. Приветствуют происходящие изменения и покупатели. По их словам, ходить на рынок теперь удовольствие. Довольны, довольны. Всю жизнь хожу на новый рынок. Для меня новый рынок – это свой родной рынок. Я его люблю, и я счастлива, что вот такой вот преобразили его и сделали вот таким вот красивым. Очень удобно, и воздух, и чисто, главное, чисто. Я считаю, что очень хорошо. Нравится интерьер, красиво, чистенько, красиво. Нравится. По словам президента концерна «Веселк» Эдуарда Хачатряна, ремонт в мясомолочном корпусе завершат уже в октябре. А в планах у руководства рынка реализация довольно смелых идей. У нас есть задумки делать нормальные тепличные хозяйства в пределах около 4-5 тысяч квадратных метров, чтобы действительно имели возможность прямо с грядки прийти и купить. Прямо в центре города. По крайней мере, я так думаю. Надеюсь, что это получится и Одесса очередной раз удивит. Новый рынок сегодня – это крупный торговый центр с множеством магазинов, офисов и торговых рядов. Здесь разместились оптовый рынок и предприятия общественного питания и бытового обслуживания. А создание комфортных условий как для предпринимателей, так и для посетителей – главная цель, которую ставит перед собой администрация рынка. И организация ожидает и службу автомобильных дорог в Одесской области о грядущих изменениях, а также о структуре и видах дорог, о проделанной работе и планах рассказывает начальник службы автомобильных дорог в Одесской области Вадим Гордеевский. Дороги не только в Одесской области, во всей стране делятся как бы на три части. Есть дороги государственного значения, есть дороги местного значения, есть дороги коммунальные. Вот коммунальные дороги — это те, которые находятся в городах. Вот, местного значения — это так называемое областного подчинения дороги, и государственные — это республиканские, международные. В Одесской области дороги государственного значения составляют 3561 километр, местные 4757 километров и коммунальные порядка 10 тысяч километров. Вот. На сегодняшний день происходит реорганизация дорог, и с 1 января 2014 года мы местные дороги передаем в управление областной державной администрации.
Поделиться воспоминаниями о пережитом, пообщаться на интересные темы, узнать последние городские новости, наконец, просто провести время в хорошей душевной компании, чтобы не чувствовать одиночества. С этой целью пожилые жители Малиновского района собираются каждую неделю в их втором доме, территориальном центре социальной помощи. Во вторник вечером здесь прошла очередная встреча старых добрых друзей, организованная при поддержке благотворительного фонда Геннадия Чекиты «Милосердие». В этом зале территориального центра социальной помощи Малиновского района во вторник вечером было по-домашнему тепло и уютно. За большим столом с вкусной выпечкой и чаем собрались подопечные центра, пожилые и одинокие одесситы. Такие встречи становятся для этих людей настоящим спасением от тоски и одиночества. Только здесь у пожилых одесситов появляется возможность знакомиться, общаться и заводить новых друзей, рассказывает директор центра Ирина Ухина. Это просто встреча людей пожилого возраста, когда они хотят просто общаться, хотят они поделиться своими взглядами. У нас при территориальном центре есть ансамбль «Рябинушка». Вот они, когда сегодня пришли, говорят, ой, что-то мы давно не пели. То есть им это радостно, они вот дарят свое творчество и получают от этого удовольствие. Подобные встречи для этих одиноких пенсионеров, помимо всего, являются прекрасной возможностью продемонстрировать друг другу свои творческие способности и таланты. Кто-то декламирует любимые стихотворения, другие прекрасно танцуют и невероятно талантливо исполняют музыкальные композиции. Творческий вечер пенсионеров Малиновского района состоялся при поддержке благотворительного фонда «Милосердие», президентом которого является депутат Одесского городского совета Геннадий Чекита. Представители фонда рассказывают, помощь пожилым людям, особенно одиноким и беспомощным, является одним из главных направлений деятельности фонда. Я обратился к депутату Чеките Геннадию Леонидовичу. Он поддерживает фонд. Ну а раз фонд поддерживает, значит мы проводим вот эти мероприятия. Я думаю, это очень полезное дело. Здесь люди, они нашли свой дом. Многие из них не имеют ни детей, ни близких, никого. И только вот в этом центре, благодаря Ухиной Ирине Георгиевне, они нашли это место. Они приходят сюда отдохнуть, поговорить, найти общий язык, обсудить новости, в том числе и политические. Время встречи для этих пожилых людей пролетело незаметно. Теперь каждый из них будет с нетерпением ждать следующей недели, когда вот так же в душевной компании они соберутся за большим столом и хотя бы на несколько часов забудут о тягостях своей повседневной жизни. 14-летней Наташе Шулык срочно нужна помощь. У девочки диагноз острый миелобластный лейкоз. Нужно собрать около 85 тысяч гривен на блоки химиотерапии. Дорогие одесситы, помогите нам, пожалуйста. У нас очень тяжелое заболевание. Нужна немаленькая сумма денег. Пока Наташа Шулык прошла один блок химиотерапии, но еще будут обязательные курсы, для которых необходимо собрать около 85 тысяч гривен. У больной сейчас ремиссия, период течения болезни, характеризующийся ослаблением болезненных признаков. Шанс на выздоровление есть, но нужно еще немного финансов. Наталья к нам поступила 14 июня, у нее был выставлен диагноз острый миелобластный лейкоз. Значит, на данный момент у нее достигнута ремиссия, что дает очень хорошие шансы на дальнейшее излечение. Нету двух препаратов, это метоксантрон и идоробицин. Этих препаратов на данный момент у нас нету. Мать рассказывает, что недуг обрушился на них внезапно. Все было хорошо, анализы всегда были хорошие. Начал болеть сустав, обратились к врачам и нам поставили диагноз. Наташа Шулык послушная, спокойная, говорит мать. Рассказывает о ее увлечениях, от которых на время болезни пришлось отказаться. Раньше девочка любила удивлять мать кулинарными яствами, но сейчас обе сидят на диете. В свободное время обожала ездить на море и нежиться под солнечными лучами, но теперь на солнце наложено табу. Ездить, конечно, нам долгое время на море нельзя ездить. Пару лет это на солнце нам нельзя находиться. После 7 часов аж на улицу можно выходить гулять. Когда низкие лейкоциты, нам нельзя сырые овощи, так бульончики, там печенька, такое
Острого, соленого нам нельзя. 2 года теперь нельзя будет ходить в школу. У Наташи Шулок ослабленный организм. Чтобы не подхватить вирусы, придется носить маску. Здесь находимся уже 2 месяц. Не выезжая отсюда. И еще, может, до Нового года даже и нам не светит домой. Маской ходить надо. А сейчас у нас уже люди, если в маске ходишь, уже думают, что чем-то там уже такое заболевание, что уже даже боятся общаться. Пока девочка старательно вышивает иконку и не теряет надежды. Вышиваю иконку из бисера. Как она называется? Отчаянных единая надежда. 1 химиотерапию я уже прошла. Осталось еще 4. Еще долго осталось. Никто не отчаялся, что все будет хорошо. Все выздоровеют. В будущем хочет стать парикмахером и надеется, что мечта ее, вопреки всем болезням, сбудется. Наташе Шулок требуются также доноры 2-й группы крови отрицательной. Телефон мамы Наташи Инны Шулок 066-928-1399. 066-928-1399. В Одесском национальном академическом театре оперы и балета теперь будут проводить экскурсии. Одесский оперный созвучен во многом с театрами Франции, Австрии и Италии. Здесь пока нет своих призраков, но есть свои легенды. В этом театральном сезоне Одесский оперный порадовал любителей искусства 9 премьерами. И это большое достижение театра, поскольку представлены публике были произведения, спектакли в самых разных жанрах. Это оборочная опера «Служанка-госпожа» Пергалези. Это замечательные премьеры, которые наполнили фестивальные события. «Алкид», балеты Игоря Стравинского «Жар птица» и «Весна священная». Экскурсовод рассказывает, что в театре 23 выхода. Его строили 3 года, с 1884 по 1887, по проекту австрийских архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера. У нас есть своя легенда, легенда, связанная с этим венецианским зеркалом. Говорят, если вы посмотрите в это зеркало в течение 3 минут, то на 3 следующие года вы останетесь такими же, какие есть сейчас. В рамках экскурсии всем посетителям театра планируют показывать мраморные лестницы, богато убранные вестибюли, зрительский зал, 3 парадных входа. Во время реставрации 60-х годов прошлого века здесь было потрачено порядка 17 килограммов сусального золота. Во время последней еще порядка 5. Сейчас мы с вами находимся в восточном вестибюле нашего театра. Иногда его называют английским, потому как он выходит на здание бывшего английского клуба. Экскурсовод показывает лепные панно, на которых изображены сценки из букалической жизни. В духе древнегреческой мифологии театр построен в смешении 3 стилей. Это и венская барокко, и итальянский ренессанс, и французская рококо. Наш театр был первым театром Российской империи, где появляется электричество. Специально для нашего театра построили электростанцию. Ну и другого освещения наш театр не знал никогда. Здесь же была продумана особая противопожарная система. На экскурсии можно будет попасть каждую пятницу и субботу за 1 час до начала спектакля. Пока проходят гастроли русского балета, начало экскурсии запланировано на 7 вечера, а с открытием сезона на 17:30. В Одессе состоялся литературно-музыкальный вечер местного барда и поэта Николая Наумова. Автор-исполнитель представил жителям Южной Пальмиры свое лирико-юмористическое творчество. Коктейль из музыкальных композиций, жанровой драматургии и философских стихотворений – такой деликатес собственной поэтической кухни подготовил всем ценителям искусства Николай Наумов. Комната, окно и ночь, стол и чистая страница, улица и ветер, дождь. Мне в который раз не спится. Все пытаюсь отыскать к сердцу твоему дорогу. Строю замки из песка. Привыкаю понемногу. Одесский автор песен рок-группы «Ураган», лирических и юмористических стихотворений, исполнитель рок-баллад Николай Наумов говорит, вырос на Высоцком, Розенбауме, Акуджаве, поклонник группы «Скорпионс» и «Пинк Флойда». Рассказывает, что с детства любил эксперименты. Творческий путь начался с того, что мне в юности моей просто запало в душу, что Лермонтов самые свои ранние стихи написал в 14-15 лет. Вот. И почему-то он мне стал с детства очень близким. А потом я, когда прочел его прозу,
И вот с этого началось увлечение. Николай Наумов подчеркивает, что его лирика, жизнеутверждающая, с немалой долей юмора и самоиронии. Но к такому жизнелюбию Николай Наумов пришел через боль и скорбь. Был переломный момент, когда трагически погиб 20 лет назад мой родной брат, младший. И мы с ним мечтали создать свою группу. Вот. И после армии он пришел, мы жили в Ильичевске, и это все случилось так трагически неожиданно. И что после этого у меня... Я забрал маму из города, и мы уехали жить за город, и жили там 20 лет почти что. И вот эти вот лет 18 я был как джин, закупоренный в бутылке. Гости вечера не скупятся на щедрую душевную характеристику поэта. Год назад мы слышали в исполнении группы «Шторм» песни, стихи. В общем, очень понравилось. Есть что послушать, есть о чем подумать. Было моего... авторском вечере, слушала его стихи, песни, в общем-то. И мне очень понравилось, поэтому сегодня с нетерпением жду продолжения. Очень хочу его поддержать. Я вообще приехала из Санкт-Петербурга и как турист здесь. Поздравить с выступлением артиста пришли представители общественной организации «Интеллектуальный форум». Форум постоянно уделяет внимание самодеятельности и высоко ценит профессиональный труд на ниве искусства. Организация замечательная, потому что она поддерживает вот такие мероприятия. Вот, то она была в Русском культурном центре, вот, на нашем концерте. Вот она сейчас Николая Наумова, они поддерживают. Много делают для детей, я знаю. Поэтому это хорошо, что есть такая организация. Культурные и просветительские мероприятия, а также литературно-художественные, поэтические, музыкальные встречи очень нравятся. Очень нравится нашим одесситам, интеллектуальной элите нашего города. И, безусловно, всегда поддерживается интеллектуальным форумом. Мы открываем не только новые имена в поэзии, музыке, но и поддерживаем тех исполнителей, которые уже блеснули, понравились, на которых идут. Его лирика понятна, аллегории ясны, говорят одесситы о Николае Наумове. Многие уже разобрали стихотворные строки барда на цитаты. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и всего вам самого хорошего.